новый Duke Farm Racing Simulator. И сегодня я расскажу, как не попасться на дюпаных питомцев, чтобы тебя не забанило в игре. О, в этом видеоролике я хочу разыграть вот таких вот 3 го супер ангела. И у них статы 120 тысяч. А чтобы получить в этом конкурсе, ты должен, первое, подписаться на мой канал с колокольчиком обязательно. Набрать под этим видеороликом 750 лайкосиков за один день. Но также набрать под этим видеороликом 500 комментариев. И обязательно напиши свой никнейм. Ну а тебе при этом просмотра. Не знаешь, где купить или продать робуксы? Тогда я тебя хочу обрадовать. Тебе на фанпэй. Да, на фанпэй это дешевле, чем где бы ни было еще. Порой даже дешевле, чем в официальном магазине. На фанпэй это безопасно, удобно и просто. Сделки защищены благодаря трехэтапной системе транзакции. Оплата, получение товара, подтверждение. То есть продавец получает деньги только после выполнения заказа. FunPay — это первая в Рунете торговая площадка для геймеров, работающая с 2015 года. Ну а если тебя заинтересовала покупка или продажа робуксов, то заходи на FunPay по закрепленной ссылке в описании. Ребята, всем привет, и вы на канале Дабон. И хочу, ребята, вам сказать, что сегодня, ну как сегодня, уже примерно на этой неделе появился новый Duke Farm Racing Simulator. Да, ребята, снова дюп в новой этой игре, в новой игрушке, которую хайпанула именно в Farm Racing Симуляторе. С чего я взяла, что появился новый дюп? Ребята, сейчас вам все расскажу, все просто до конца расскажу. Так что, ребята, присаживайся удобнее, ставь лайкосик, это обязательно. И смотри это ролик до конца, чтобы не пропустить никакой новой информации. И смотрите, ребята, давайте мы сразу поговорим по поводу нового обновления. Что у нас, короче, в новом обновлении? В новом обновлении у нас будет новые кейсики, которым мы будем получать, возможно, за квестики, возможно, будем когда выбивать яйца, будем кейсики получать также, возможно, когда будем убивать босса, тоже кейсики получать, или вообще, когда мы будем фармить, или вообще у нас тут из гифтов будут, в принципе, подарочки, и вот тут подарочки будут, у нас будут ключики, также кейсики у нас будут, ну, пока что не знаю, как это все будет работать. И у нас будет пятый новый мир. Кстати, ребята, я, короче, уже за один день, ну, как, в принципе, за одну ночь нафармил более 70, нет, даже 600 QA. И я скоро, ребята, смогу победить вот этого вот кракена босса. И я думаю, ребята, сегодня попаду в пятый мир, когда у нас будет обновочка. Это очень офигенно, ребята. И так что, ребята, это очень офигенно, думаю. И давайте мы сразу, я перейду по поводу нового дюпа. С чего я взял, что у нас есть новый дюп? Смотрите, ребята, у меня есть друзья, которые дюперы, которые умеют тоже дюпать. И я, в принципе, ребята, хочу вам сразу сказать, пожалуйста, никогда не дюпайте, потому что сейчас уже система банит аккаунт, если вы будете дюпать питомцев. И смотрите, что хочу сказать, как это будет вообще дюп работать? Мне друг написал, что есть, короче, дюп с какими-то геймпасами. Не знаю, как это вообще работает, но он сказал, ребята, как это, в принципе, со скриптами надо все это делать. Я, в принципе, читы тоже не юзаю. И он сказал, что надо как-то там с помощью геймпаса ты сможешь дюпать метончика. Ну, не знаю, правда ли это, не правда, но хотя это, я думаю, у меня друг уже много раз дюпал, дюпы сам делал, ребята. И вот такие вот делишки. И вторую, ребята, дюп у нас тоже с трейдом, как у нас, в принципе, это тупо не звучало. Да, ребята, у нас с трейдом и также плюс скрипт. То есть там надо юзать скрипт, что-то там делать, ребята, какие-то, в принципе, там... ну, треть, кидать туда, перезаходить, и у нас какой-то там, ну, снова задюпается. И вот такие вот, короче, дюпы у нас появляются, ну, в принципе, с каждым обновлением. Также, я думаю, ребята, новый дюп тоже появится у нас, когда выйдет обновление, потому что все время, когда у нас выходит обновление, у нас появляется новый дюп в Farm Racing Симуляторе, и это как-то уже напрягает, ребята, потому что меня уже задолбали, если честно, дюпы. Все время, просто питомцы, ребята, я, короче, помню, мне подарили подписчики, также я купил питомцы, чтобы разыграть вам, ну, разыграть также, плюсом их еще сделать, ребята, раздачу этих питомцев, помните, такие кристаллики у меня были на 120 тысяч, также на 60 тысяч, и теперь, ребята, как видите, у меня их нету. Да, меня забанили за то, что у меня было более 100 штук в инвентаре, и меня забанило. И как не попасть на этот дюп, ребята, просто не держите более 100 кристаллов в одном инвентаре. Можете 90 держать, но, ребята, не более 100 штук. Так что, ребята, если что, бан работает только на кристаллы. Да, вот, в принципе, на таких питомцах они работают. Видите, даже у меня 111 гос, что эти, карагинов, и меня не забанило. Это очень хорошо.
Потому что если было бы у меня больше, то я был бы уже в бане. И меня бы никогда не распанили. Так что, ребята, не попадайтесь вообще на этих тюпаных питомцев, не покупайте кристаллы. И если вы хотите, ребята, купить питомцев на 120 тысяч, покупайте вот таких вот Госк Супер Ангела. Потому что за них никак не банят. И, ну, да, я знаю, что они тюпаные у всех. Но ничего страшного, ребята. В принципе, питомцы, за которых не банят, самые сильные в игре. Ну, в принципе, или вторые. Ну, короче, они одинаковые по силе, что кристаллики, что вот эти вот ангелы. Они одинаковые по силе, так что, ребята, лучше их покупайте. Если вы хотите, в принципе, приобрести и прокачаться очень быстро, лучше их покупайте и просто вас не забанят. Так что, я думаю, это очень офигенно, что разработчики сделали античит какой-то. Не знаю, ну, ребята, я думаю, вот напиши в комментариях, как вы думаете, по поводу вот этого нового дюпа, что вообще у нас будет дальше с игрой? И говорят, что скоро еще выйдет сегодня Happy Pet Game. Как вы думаете, выйдет или не выйдет? Ну и вообще, вот такой видеоролик вышел, ребят, если бы понравился видеоролик, ставь лайкосик и подписочка на мой канал. Ну а у тебя прощаюсь, всем пока-пока и удачки!